Розали, как ты, дорогая? Ты скоро увидишь свой новый дом. Розали ведет себя не как обычный ребенок. Она проклята! Нам нужна помощь экзорциста. Ни один экзорцист не в состоянии с ней справиться. Эта женщина-медиум, она чувствует демонов. Я увидела ее, ее зло, как только она появилась на свет. Но есть кто-то еще. Предвестник пришел. Как 80-летняя женщина может забраться на такое дерево? Предвестник – это путник, который обречен на ад, пока он не исполнит приказ дьявола. Несчастья стали происходить с вашим приездом сюда. Он появляется перед очень большими бедами. Его призвали. Я вижу, как он горит в аду. Все люди закончат так же. Он пойдет на все, чтобы защищать ее. Я хочу вернуть свою настоящую дочь. Ее не спасти, она мертва. Нет молитвы. Помогите, святой отец. Или заклинание, или обряда, которые вернут вашу дочь. Экзорцизм – это не спасение. Это оружие дьявола. Проклятые. Омен возвращается.